Привет, ребятишки и фанаты Просто Лера. Сейчас мы кратко разберем некоторые нюансы песни. Перед началом ролика не забудем подписаться и поставить лайк. Обязательно. Поехали. Первый момент связан с тем, что играем медиатором. Кто не умеет медиатором, переходим на пальцы, но в пальцах будет тоже сложности играть перебор в начале. Если навык перебора не развит, то рановато песню играть. Начинается у нас с... второй, пятый лад зажимаем на пятой, четвертой струне и поехали. 6, 5, 4, 6. Следующий ход. С аккорд у нас третий, пятый, пятый лад с пятой по третью струну. Щипаем 5, 4, 3, 5. Дальше поехали. Шестая, пятая и третья струна зажимается на третьем, пятом, четвертом ладу. Щипаем 6, 5, 3, 6. И затем мы едем на B опять, второй, четвертый, четвертый лад, на пятой, четвертой, третьей струне. 5, 4, 3, 5 щипаем. Далее опять повторяем. 6, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 5, 6, 5, 3, 5. И вот во второй раз мы в B7 уходим. С безымянного пальца делаем слайд с пятого на седьмой лад. Зажатый палец двигается на седьмой лад, добавляем средний мизинец и щипаем 6, 5, 4, 6. То есть вот он слайд. Слайд, 5, 4, 6. И опять по новой. Проиграли это три раза, дальше пошла боевка. По поводу боя, играем больше по басовой части и играем квинт-аккорды. Что такое квинт-аккорд, вы можете загуглить. Особенность в том, что мы зажимаем неполные аккорды и нижние струны по-хорошему нужно глушить. Да, они не должны звучать у нас. Движение у нас в боевке. Первый аккорд мы зажали, Е5, пятая, четвертая струна на вторых ладах. Щипаем три удара на нем. Вниз, вниз, вниз и на движение вверх сразу за ним. Идет С5. Нужно успеть перестроиться. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Доигрываем. Еще раз медленно показываю. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Аналогичная ситуация с третьим и четвертым аккордом. G. Вниз, вниз, вверх. На B5 уходим. Еще раз. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Прогоню еще раз эту связку первую. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Второй раз у нас есть отличие опять в последнем аккорде. Первый раз мы взяли вот этот B5, седьмой, девятый, девятый лад. Во второй раз мы заканчиваем... несколько другим аккордом. Зажимаем мизинцем, безымянным, указательным. Седьмой, шестой, четвертый лад. И указательным нижний приглушаем. Получается, проиграю вторую связку. Заметьте, я средним пальцем шестую глушу, чтобы она не звенела, когда С5 беру. Затем и вот я на Б ушел. Медленно, по табулатуре, по видео проигрываем, пытаемся. Дальше проиграли этот припев, пошли басовые ходы. Щипаем, здесь нужно отчет вести, не каждый удар отчитывать, а лучше поделить надо. То есть, раз, два, три, четыре. Будет проще считать. Играете два удара, насчитайте на раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, проиграли дважды. Затем у нас пошли опять квинт-аккордами движения. Е5. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Ушли на С. Восьмой, десятый, десятый лад. Вниз, пауза, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Съехали на G5. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. B5. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Опять повторяем. Еще
хорошо бы еще акценты совершать на раз, два, три, на третий удар. Раз, два, три, четыре, раз. Нужная динамика создается. Во второй раз мы это проиграли также и остановились на последнем аккорде. Пауза. И пошел фортепианный ход. Мы на гитаре тоже можем изобразить смело. Зажимаем то, что на табулатуре у нас написано. Второй, второй, третий лад. Вот он у нас аккорд. Дальше C9 зажимаем. Третий, второй, третий лад. На 5, 4, 2 струне. Далее G. Первая струна не нужна. И B7, он пока не полный. Второй, первый, второй лад. Второй раз опять пошли. Не забудем про ход мелодии. Та-та-та-та. У нас 0 на второй струне, 0 на первой струне, двойка на первой струне. И опять аккорд. И B7 уже берем полный. Сейчас полностью фортепианный ход проиграю, но без мелодии. В целом его можно выпустить, он очень краткий, его можно не успеть сыграть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И в конце подготавливаемся к припеву, то есть получится... И пошел припев. Все, дальше дело только за вами. Отрабатываем по видео внимательно. Не забываем про лайк, подписку. И все. Удачи. Пока.